Итак, друзья, очередной творческий вечер в студии «За углом». Ни для кого не секрет, что вот уже вот-вот-вот на днях Новый год. А почему-то я смотрю все время на себя в монитор, надо туда смотреть. Ну да, на днях Новый год. В лицо. Глаза, в глаза. Суть в чем? Мы готовимся, как обычно, это бывает в этот период, к новогодним утренникам. Как ни крути, детям тоже нужен праздник, и мы, как обычно, держим руку на пульсе. Ну, или стараемся ее держать где-то в районе, да. Значит, Александра, значит, я и Вадим, который сегодня отвечает за световое оформление, то есть объясняю сразу суть. А суть я не в песок. Для того, чтобы протестировать очередную роль, или не очередную, ну, то есть как бы надо вжиться в роль. То есть мы занимаемся сейчас написанием музыки, вот так вот. Музыка, вы же знаете, как известно, она управляет эмоциональным фоном всех детей. Мы не хотим их сильно напугать, но попробовать хотя бы можно. Может быть, не напугать, но, в общем, не важно. Для того, чтобы полностью понять, как это будет, было принято решение записать вот это вот неожиданное видео. Итак, давайте попробуем. Выход Змея Горыныча. Не судите строго. Да. Так, спецэффекты готовы. Тут все, значит, ага, сейчас будет страшно. Ну, или не очень. Немножко дыма. Итак, будет комментарий, да, значит, выходит. А дайте мне текст, пожалуйста. Да, я же должен говорить. Простите, чтобы было. Итак, текст. Вот этот. Вот только вот этот. Конечно. И все. Змей Горыныч. Выход Змея Горыныча. Ты что, не участвуешь на них? Да, будешь подсвечивать здесь. А у тебя фонарик не горит. А и не надо. Не, ну нормально, да что это за. Она снимает на видео, думает, что. Так, тихо. Здесь внимание. Уже страшно.